Так, ребята, иду я по Санкт-Петербургскому шоссе. Вон он, такой большой дворец. И туда пускают сегодня свободно людей. Сейчас, наверное, я на обратном пути туда и зайду. Архитектура Петербурга, конечно, ребята, на высоте. А вот можете наблюдать. А какая-то отель, ресторан, гостиница. Что-то такое шикарное. Человечек, летнее кафе. В общем, тут все на высоте, ребят. Пойду прогуляюсь сам в парк, посмотрю, что там, как там. Вот, фонтаны, конечно же, все это дорого, за деньги. Поэтому я просто пойду вот так вот гулять. Вот, смотрите, старина, старинное какое-то здание. Все, сейчас перехожу дорогу и прямиком в парк. Так, зашел, ребята, я в дворец Петергофа. Фонтанчики вот. Идем, гуляем, смотрим. Вот такой фонтанчик красивый, ребята. Очень красивый фонтан. Уточки плавают. Короче, все по красоте. Так, иду дальше. Смотреть, что у нас там впереди интересного. Что-то горло начинает меня подсаживать немного. Так. И вот мы видим посередине какой-то памятник, какие-то памятники и большой дворец. Надеюсь, пойдем, посмотрим, попадем. Подойдем поближе, сейчас посмотрим. Красота, ребята. Просто кайф. Такие деревца здесь, гладко выстриженные фонтанчики. Сейчас пойдем дальше к самому главному входу, будем там что-нибудь снимать. Это у нас с вами, правда, я не знаю, что это, но это очень красиво снаружи выглядит. Так, еще это у нас торжественный прием Петергоф. Так, музей-заповедник. Что, пойдем в музей-заповедник? Так. Вот так вот это все дело выглядит. Музеи, заповедники. Все классно. Дальше идем, смотрим, что у нас здесь такого еще красивого есть в этом Петергофе. Интересно, пустят ли меня туда вовнутрь. Вот это я не знаю. Но пойдем попробуем. Все, ребята, вышел я из этого дворца. Вот он, с этой стороны, снаружи. Не пошел я в Нижний парк. Вот, может быть, не знаю, вечером пойду, будет гораздо интереснее. Пока на этом все. Дальше, что будет, я буду заснимать.